Смотрите сегодня в выпуске. Признать геноцид крымских татар в мире. Украинские власти призовут мировое сообщество высказаться относительно сталинской депортации 44-го года. Есть ли право на защиту в Крыму? Крымская журналистка Лиля Буджурова судится с ФСБ из-за обыска в ее доме. Второй год в оккупации. Крымская столица утопает в мусоре. Амедхан Султан, Надежда Савченко или Бандера. Самолету Киевского завода ищут название. Украинские власти просят мировое сообщество наряду с Украиной признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом. Такую идею инициирует Министерство информационной политики Украины. Обратиться к властям различных стран с такой же просьбой планируют и украинские парламентарии. Мы от нашего министерства звернулись до Министерства закордонных справ с проханием розпочати процедуру просування теми депортації на міжнародних майданчиках, так само, як вона робила із Голодомором, бо в неї є і досвід, і люди, які це робили, і знають, що це головний контраргумент та головний аргумент України, з яким вона перед і в очах міжнародної спільноти проходить тест на політичну зрілість. 12 ноября парламент Украины принял постановление, в котором признал депортацию геноцидом крымских татар, а также назвал нынешнюю политику России в отношении них в Крыму этноцидом. Соответствующим проектом выступил нардеп Николай Княжицкий. По мнению главы Меджлиса крымских татар Рифата Чубарова, это является чрезвычайно важным шагом для украинского общества и моральным долгом перед всеми погибшими от геноцида. Он надеется, что к очередной годовщине траурной даты геноцида 18 мая в мире найдутся страны, которые выскажутся по этому вопросу. Я думаю, что мы сделаем такой скоординированный план дій декількох комитетов Верховной Ради и от депутатского объединения Крым, бо тут дуже багато буде залежати, тому що знову ж від нашої активності, від активності діаспор, від наших міжнародних контактів, як на державному рівні, так і на рівні народної дипломатії. Можливо, щоб ті країни, які, скажімо так, дуже близькі до розуміння нашої ситуації, наших трагедій, можливо, вони і розглянуть це питання. Але це не є самоціллю. От для мене, повірте мені, для мене головне, що це усвідомлює наше українське суспільство. Несмотря на то, що депортація кримських татар відповідає міжнародному определенню геноциду, проблеми з його признанням віддільними странами все одно можуть возникнути, вважає Николай Княжицький. Наприклад, в случаї з Росією. Нардепи напомнили, як російські власті шантажували ряд стран, чтобы те отказывались признавать геноцидом голодомор украинского народа. В ситуации с крымскими татарами все может повториться. Тем не менее, ситуация с признанием геноцида крымских татар важна в первую очередь для Украины и ее общества, считает Княжицкий. Суспільство – це наше ставлення один до одного. Тому зараз надзвичайно важливо, щоб Міністерство культури, а ми будемо затверджувати бюджет, де є відповідні напрямки, виділило відповідні кошти, і щоб це були нормальні кошти для підтримки культури кримсько-татарського народу. Точно так само це стосується інших напрямків підтримки народу. Знаєте, митрополит Андрій Шептецький колись досить багато різних речей говорив про роль культури. Основна думка полягала в тому, що якщо вибирати між поганою державою і якісною культурою народу, то культура є важливішою. В 1944 году із Криму були депортировані около 200 тисяч кримських татар. В перші роки депортації від голоду і холоду погибли, по різним даним, до 46% депортированих. По мнению Княжицкого, малым народам гораздо сложнее пережить последствия геноцида. Поэтому крымские татары сейчас нуждаются в поддержке Украины и мира. Крымская журналистка Лиля Буджурова оспаривает в суде факт недопуска к ней адвоката во время проведения сотрудниками ФСБ обыска в ее доме в начале ноября. Об этом Буджурова сообщила изданию «15 минут». В Киевском райсуде Симферополя уже прошло первое заседание суда. Адвоката под дверями моего дома видели мои родственники. Есть другие свидетели. Более того, велась видеозапись всего этого мероприятия, в кавычках, проводимого в моем доме. Но при этом и ФСБ, и уважаемый судья акцентируют внимание на то, что следователь, руководивший обыском, лично не запрещал адвокату. Адвокатом, который должен был присутствовать во время следственных действий в доме Буджурова, является Джемиль Темишев. Он один из немногих в Крыму защищает журналистов и других граждан в делах против оккупационных властей и спецслужб.
С помощью судебного иска к ФСБ он желает добиться судебного трактования фактов, когда гражданам во время следственных действий не допускают адвокатов. Чтобы получить ответ на вопрос, гарантирует ли Российская Федерация человеку право на юридическую защиту, адвокат и журналистка намерены дойти до Верховного суда России. Напомним, обыск в доме Лили Буджуровой проводился сотрудниками оккупационных спецслужб 2 ноября в рамках уголовного дела против бизнесмена Линура Ислямова, владельца телеканала АТР, где ранее работала Буджурова. Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов критикует коммунальные службы Симферополя за плохую работу по благоустройству. Свои возмущения он высказал на заседании штаба общественного движения «Народный фронт за Россию». Аксенов так разразился критикой, что публично назвал крымскую столицу гадюшником. «Я вчера вечером общался с Геннадием Сергеевичем, ездил сам за рулем по городу, смотрел, как убирают, как работают коммунальные службы. Гадюшник просто. Надо Крым, конечно, почистить. Стыдно просто». Аксенов призвал общественников активно подключиться к очистке города от мусора и совместно с коммунальщиками навести порядок. Глава оккупационной администрации Симферополя Геннадий Бахарев, в свою очередь, обвинил в сложившейся ситуации горожан. Работа администрации города еще не прошла год. За этот год сменилось два, уже и будет третий заммы по ЖКХ и четыре руководителя департамента городского хозяйства. Потому что я недоволен тем, как в том числе и убирается и поддерживается санитария в городе. Причина не в том, что кто-то не знает или не умеет. Причина в том, что для этого нужно время, ресурсы и сознание наших горожан. О чем я говорил уже несколько раз. Нормативка — это совсем другое. А здесь переломание. Мать сознание. Мы же там, опять повторюсь, где грязно-то? Мы убираем 40% больше, а мусор не уменьшается, он увеличивается. Причины ясны и понятны. Халатное, негативное, пренебрежительное отношение к своему городу. Вот все, что я могу сказать. Вообще удивлен этому. Вслед за публичной критикой со стороны Аксенова последовало увольнение ответственного за городское хозяйство Симферопольской администрации Олега Сальцина, якобы за обман. Сказывает мне одно. Я вижу другое. Глава республики поддержал. Сейчас будет подбор нового руководителя. К сожалению, нет специалистов, которые бы настолько глубоко и детально вникали в каждый вопрос. С тем, что Симферополь превратился в гадюшник, согласны и его жители. Согласны 100%. Надо вообще-то народ какой-то стал безразличный ко всему. Вообще-то надо субботники. Раньше, помню, когда и деревья обкапывали, и белили, когда весна приходила. Сейчас это ничего не делается, никому ничего не надо. Какие-то люди стали безразличны. А вообще город грязный, очень грязный. Асфальты тоже, эти дыры. Ну, конечно, надо не только в городе, там села кругом, грязь, не убрано ничего. Конечно, хотелось бы получше. А так как у нас только деньги получают, а отвечать ни за что не хотят. Нет дворников, мало платят. Нет дворников. И если, допустим, им сейчас прибавили зарплату, как они раньше подметали, то им добавили подъезды мыть. Симферопольцы говорят, работать за копейки, которые сейчас платят городским дворникам, никто не желает. Это при том, что уровень жизни крымчан заметно снизился. Говорят об этом даже сторонники российской аннексии Крыма. Хуже становится. Такого же не было раньше. Почему нет денег? Почему нет денег? Как обещали, все будет хорошо. Как мы радовались этой России. И вдруг получается, что и пенсии эти ужасные. 7 тысяч. 7 тысяч – это на 7 дней пенсия. Пускай на 14. Следующего ответственного за уборку мусора в Симферополе собираются назначить на ближайшей сессии горсовета. Дата ее проведения пока неизвестна. Новый самолет Ан-178 государственного предприятия «Антонов» может получить имя крымско-татарского летчика, дважды героя Советского Союза Амитхана Султана. Коллектив госпредприятия инициировал народный конкурс на название нового транспортного самолета, который является высокотехнологичным проектом Украины. Представительство Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве, Министерство информационной политики Украины и уполномоченный президента по делам крымских татар обратились к предприятию с просьбой поддержать название для самолета «Амитхан-178». Відомо, що державне підприємство 22 жовтня оголосило конкурс на назву літака. Закінчиться цей конкурс 19 грудня, і в нас є час, ми
створили у Фейсбуці сторінку, а Аметхан Султан 178, лайк – це є голос. Тому ми так само просимо підтримати і цю інформаційну і громадську кампанію, і підтримати, і назвати літак разом з нами. Напомним, в честь Аметхана Султана в этом году был назван аэропорт Симферополь. Легендарный летчик-испытатель известен участием в сотнях воздушных боев. Участвовал в испытаниях 100 типов самолетов и их модификаций. Погиб в небе при испытании нового реактивного двигателя самолета 1 февраля 1971 года. Разработка украинского транспортного самолета Ан-178, для которого сейчас ищут название, продолжалась около 3,5 лет. Это своеобразный рекорд для авиационной отрасли. Самолет удачно дебютировал на мировом авиашоу «Ле Бурже» 2015 и сейчас проходит программу летных испытаний. Принять участие в конкурсе на лучшее название украинской новинки может каждый желающий. Тем, кто желает, чтобы он носил имя крымско-татарского летчика, необходимо поставить лайк на одноименной странице в Фейсбуке. Для сторонников других названий предлагается страница завода «Антонов». Среди вариантов здесь «Афалина» в честь одноименного рода дельфинов, «Атаман», «Гайдамак», «Надежда» в честь украинской политузницы Савченко, «Киборг» в честь украинских военных, «Бандера» и другие.